Привет, друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Давайте выберем танк. Давайте попробуем вот эту нашу коброчку. Коброчку выберем. Попробуем коброй проехаться. Посмотрим, сколько мы сможем заработать денежек. Так, едем коброй. Кобра у нас маленькая, но зато у нее есть крутилка такая, которая она крутит. Ой-ой-ой-ой-ой, в смысле, алло. На, получай. Ах ты, ах вы гады, а ну-ка. Так, отступаем. Хорошо. Чуть-чуть, ох, еще один. Ладно, щелкнули мы его. Здесь мы куча монет, ребята, зарабатываем. За каждый сбитый танк. Опа, попали. Да ё-моё, подожди, ты щелкаешь меня, на. У меня еще и крутилочка, кстати, работает. Когда я подъезжаю. Но была бы она немножко дальше, она коротенькая крутилка. Центрифуга вот эта. Опа, готов у нас танк. Следующий кто у нас? Тихо, на, получай. Так, босс. А босс у нас кнут. На его. Легко можно будет убить. Наверное. А, да, смотри. Нормально мы его пробили, прям быстренько. Так, давайте подлечимся. Ой, хорошо. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуть я не упал. Так, вас двое уже? В смысле, алло? Так, один есть, второй готов. Третий. Ой, нет, надо немножко отступить. Отступить, ребята. На. Второй, на. Третий, на, получай. Хорошо, у нас уже 1000 монет, ребятушки. Давайте едем. Смотрим, кто там еще у нас будет. Где у нас? Вот, едет, смотри. На, сейчас, я тебе сейчас... Ну, не особо крутилка работает. Она его не особо крутит. Ох ты, нифига себе, я вот переехал. Тихо. Ой, как нехорошо. На, получай. Лучше я вот эту крутилочку, на нее особо надежды нету. Так, а чё, вы два... А, два танка перевернулись, прикинь. Давай я крутилкой пощелкаю. Давай я подъеду. Есть. И второго сейчас я пожжикаю. Ух ты, а как долго надо его жикать, а? Лучше использовать старый добрый пулемет свой. Старый добрый пулемет. Это лучше. Чем тут даже жикалка? Не особо она дает эффекта. Так, есть. Вот еще. Ох ты, вас двое здесь, смотрите, ребята. Двое против одного, нормально вообще? Он еще и третий едет. Еще и четвертый. Пятый, шестой. Сколько вас там, ребята? Да у вас там бесконечное, что ли, множество. Так, отступаем. Отступаем немножко. Так, сейчас туда станем. Есть один. Второй готов. Да. Монетки я сейчас соберу. Монеточки свои. Которые растерялись. Ох! Какой ты жирненький, слушай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, получай. Так, скоро босс будет, кстати. Так, сейчас я хочу до босса дойти все-таки. Здоровья у меня еще, в принципе, много. Ну, как много, уже мало даже, так сказать. Ну, постараемся до босса дойти. Наверное, получится или нет. Ох, тихо. Не надо меня щелкать. Дай мне возможность до босса дойти. О, еще один. Да сколько вас тут? Сколько вас тут, ребята? Так, вот едет. Едет босс Легион. Легион. Босяра. Ладно, мы сейчас здесь встанем. И будем здесь его щелкать. На, еще получай. Хорошо, спасибо. Так, давайте. Залечимся. Так, вот, нормально. Нормально подлечились. Ну, сейчас танков еще больше будет, кстати. О, едет. На тебе. Я сейчас их отщелкаю, слушай. Ой, ты что такой, а? Ты что такой дерзкий? Слушай. Танк какой-то очень дерзкий попался. Так, ну кто там еще? Алло. Я на таком самом слабеньком танке еду.
Я уже двух боссов уничтожил. Так, сейчас вот этих тоже буду щелкать. На. Так, нет, здесь нехорошо. Опа. Есть один. И второго сейчас. Так, надо поближе подъехать. Так, готово. Сразу два танка мы уничтожили, ребятушки. Едем, смотрим, кто там, чего там. Кстати, я хотел тебя попросить поставить лайк на видео. Пожалуйста. Тебе не сложно, а мне очень приятно будет. Так. И подпишись на канал, если ты еще не подписан на канал. Чтобы не пропустить новые ролики. Ну, а также, конечно же, пиши комментарии, передавай приветы. Пиши. Я передам тебе привет в следующем ролике. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как тут сложно все. Как тут все-таки сложно. На! Еще есть, хорошо. 1200. 200 монет мы заработали за одну карточку, нормально? Ух ты, какой интересный танк. Что это первый раз он здесь появился. Обычно тут их таких танков редко. Редко встречаю. Обычно вот эти вот танки. Враги, злодеи. Есть. Так, ну у меня и здоровья уже очень мало. Так, этого, в принципе, не сложно было уничтожить. Стоит там какой-нибудь танк или нет, я сейчас не знаю. А, нет, никого нету. Хорошо, хорошо. Едем. О, опять, вот они подъезжают, танки. На. Получи. Ай, убили. Убили меня. Ладненько. Сейчас я возьму другой танк. Сейчас я возьму другой танк. Огнеметик. Вот этот возьму. Это у нас, ребятушки, Феникс. Давайте с Фениксом. С Феникса пойдем. С Фениксом. Фениксом, ну, Феникс у нас стреляет вот этим вот огнеметом. Феникс. О, надо, кстати, улучшить будет огнеметик. Я там видел, что возможно улучшение. А это очень хорошо. Тихо. Что-то вы какие-то это злые, ребята. Так, ну у меня огня много. Он стреляет хорошо. Далеко. Нормально-таки. Едем, едем, смотрим. Где-то тут еще были. Вот они танки, ё-моё. На, огня вам побольше, ребята. Огонька не надо, шашлычок пожарьте. О, хорошо. Так, следующий, вот это сейчас подъедет. Ох, как я его быстро уничтожил. Очень хорошее место расположения у меня. Давайте подождем, может какой-нибудь танк подъедет, нет? Не, нифига нету. Нету никого. Ладно, едем дальше. Да ну ладно, ну что, где вы там все? Вонючка перевернулся. И стоял, меня ждал. И у нас тут босс, Легион. Надо мне место хорошее найти. Вот здесь нормально. Сейчас он подъедет. О, все. Сейчас я его поджарю. Поджарили, отлично. Отлично, ребятушки, поджарили. Давайте сделаем сразу лечилку. Ремкомплект используем. Отремонтируемся. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Давайте отъедем. Надо встать в какое-нибудь хорошее место. Вот здесь, например. Нет, здесь нехорошее. О, есть. 1300 у меня уже монет. Давайте сейчас. Заработаем хотя бы 2000. О, ты еще перевернись давай. Дружище Феникс. Раньше я считал, что Феникс такой танк не особо мощный, не особо сильный. Но потом мне он очень нравится. В данный момент. Так, смотри, можно как сделать. Можно вот так вот встать. И использовать такие вот бомбочки, которые вас всех сейчас уничтожат. Есть, уничтожили. Так, два танка мощных против меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, у меня огня много. Сейчас мы его прожарим. О, в полете прям. Я их в полете прожарил. Офигеть. Так, монетки забираем. О, еще один танк. На, готов. Едем дальше. О, целых два танка, да ну. Вот таких интересных, обычных, земных танков. Так, это лунные танки.
Хорошо. Ого, смотри, но перевернуться я не могу. Так, тихо, на, получай. О, монетки, спасибо. Спасибо за монетки. Так, вот этого надо отодвинуть. Так, тихо, сейчас мы прожарим. Вот, они идут на меня, прям я всех прожариваю. Ой, зажали меня, зажали танки. На. Фига бойня, офигеть. Офигеть была бойня. Всех расфигачили. Ну что ж, на этом будем, наверное, заканчивать серию. Всем большое спасибо, ребята, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока.